Вижу 6 человек во вратах, гибельное ружье в руках, а седьмой между них не таков, и льна одежды покров. При поясе его прибор писа, слышу с жертвенника голос отца: ты пойди, поставь знак на чело тем, кто по мне вздыхает тяжело. Поставь знак на мое чело, от скорби сжалось оно. Вижу день посещения, но, увы, не готов мой народ. Он идет ставить знак на своих, а те 6 поражают остальных. Стихлы танцы, торговля и смех поразили каратели их всех. Не готов твой народ был к посещению, ослабел, отступил, к сожалению. Что ж теперь сожалеть о грехах? Трупы на площадях и на вратах. Вижу, день посещения грядет, но, увы, не готов твой народ. Твой народ не держит обещание, а в слове себе ищет оправдание. Но оправдан свободен от уз только тот, кого освободил Иисус. Сегодня время покаяния благодатное, время исповеди и слез благоприятное. Время получить тот знак на чело, что